Если рассматривать Россию как территорию благоприятную для мигрантов, я не могу этого утверждать. Россия неблагоприятная для мигрантов, мы достаточно настороженно относимся к приезжим людям. А, тем более, что Россия это холодная страна, и холодная она во всем и в климате и в принципе вот в отношении к мигрантам. Потом мигранты они не такие глупые, они идут туда, где лучше кормят в принципе, да, то есть рыба ищет где глубже, да, человек где лучше, они идут туда, где лучше кормят. И поэтому реально в Европе есть эта проблема. Но нужно, нужно понимать один момент. В Европе живет 500 миллионов. А количество мигрантов, ну, оно растворится в этом объеме, и все. Другое дело, как европейские политики будут какие решения принимать в отношении них. Да, бывает, что ложка дегтя может испортить бочку меда. Вот. Но это же люди, это не деготь, они не испортят эту Европу. Там будет некая ассимиляция, некое растворение, некое изменение культур. В Европе это уже было. Мы же читайте историю, там все понятно.